Ну что, делаем небольшой видеоотчет для моих подписчиков и, самое главное, для донаторов. Куплена новая тепловизионная насадочка для нашего бойца из Нацгвардии, разведроты. И, соответственно, благодаря этой насадочке он будет более эффективно работать. Это тепловизионная насадочка высокого качества, практически такая же, как мы покупали перед этим. И буквально на днях она уезжает к нему, и он будет заниматься своим профессиональным долгом. Так что спасибо всем, особенно пане Ирине, которая доложила левому участку. Ну и Леша Чеха. Леша, ты как всегда великолепен. Спасибо тебе большое. Ты очень сильно помогаешь. Помимо этого была куплена еще метеостанция. Но метеостанцию мы уже купили в Украине. Я ее нашел, а там ребята уже купили. Сейчас приходит шина, держатель на него. И приходит переходник. Потому что там несколько переходников на разные оптические прицелы. И будет выезжать. Так что удачной работы.